мой друг, я тебе рад. Смотри вокруг, столько ждет чудес. О них узнать настала пора, и руку я протяну тебе. Я очень рад, мой добрый друг. Привет, привет, снова говорю. Доброе утро! И нас никто не разлучит. Пройдем мы вместе целый мир. Мой важный гость, почаще приходи. Так много приключений впереди. Кувыркаться и играть, и друг другу подпевать. Можно прыгать и скакать, ведь это здорово, попробуй. Я рад, когда я говорю привет и улыбаюсь каждый раз тебе. Эту дружбу не разбить, нас водою не разлить. И с тобою лучшие друзья мы навсегда. Навсегда. Кротик и панда. Таинственное яйцо. Ого, смотри, яйцо. Яйцо? Что это за яйцо? Нет, не стучи, ты напугаешь малыша. А где его мама? Это хороший вопрос. Чье это яйцо? Скоро будет дождь! Скоро будет дождь! Скоро будет дождь! Чечевица, вы не знаете, чье это яйцо? Точно не яйцо птицы. Птичьи яйца не такие большие. Скоро начнется дождь. Ребята, спросите черепашку, может, это черепашье яйцо? Пока! Это скорлупа моего яйца. Я оставил ее себе на память. О, похоже, это не черепашье яйцо. Дождь все сильнее. Давай скорее поедем домой. Укроем его. Не дайте малышу замерзнуть. Спасибо. До встречи. Я думаю, это яйцо лебедя. Когда он вырастет, он сможет взять нас с собой в полет. В полет! Я думаю, там динозавр. И он будет с нами изучать дремучие леса. Да, яйцо динозавра — это здорово. Яйцо лебедя — это тоже хорошо. Они красивые. Эй, малыш, вылезай из яйца. Кто там? Кто там? Лови его! Вон там! Он там! Там, там! Это малыш из яйца! Мы его оставим? Да, конечно. Пока не найдется его мамочка. Ура! Ха-ха-ха!
Привет, ребята! Какой прекрасный малыш! А? Привет! Он двигается! Он зеленый! Он огурец! А? Кто-нибудь знает, кто его мама? Не грусти! Ты скоро найдешь свою маму! Да, у меня для тебя кое-что есть. Держи. Он похож на маленькую собачку. Стой, малыш! Что тут такое? Я буду носить тебя как брошку. Прости, этот малыш из яйца не твой. Отдай его нам. Малыш из яйца? Какого яйца? Тухлого яйца. Нормального. Он потерял свою маму. Ах, вот как. Тогда он должен вести себя хорошо. Улыбнись, а? Ой-ой-ой-ой-ой. А у этого малыша есть характер. Ребята, дайте мне его осмотреть. Иди на ручки. Нет уж. Смотрите, его мама идет. Укуси, укуси, еще укуси, да, почти получилось. Лис, пожалуйста, отдай нам малыша из яйца. Он вам не принадлежит, ясно? Тогда я вот что сейчас сделаю. Вот, держи. Я такой устрашающий. Со мной тебя никто не обидит. Привет. Так этот малыш крокодил. Он нашел свою маму. Здрасте. Держи. Пока! Пока! Обязательно заходи к нам в гости. Пока, пока. А, а, а.
Кротик и панда. Черно-белая вечеринка. Вкусно пахнет. Давай сыграем в прятки. Ага. Я прячусь, ладно? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хо-хо, это ты? Поймал тебя. Прости меня, я увидел черно-белые пятна и решил, что это мой лучший друг. Это для тебя. Это было опасно. У него урчит в животе. Наверное, он очень голодный. У меня была бутылка молока в холодильнике. Проверим температуру. Хо-хо, ну не так же. Все хорошо. На вкус подходящее. Нравится? Где твоя мама? О, ты потерял свою маму. Мы отведем тебя домой. Ага. Я не хочу домой. О, почему? Почему? Все мои братья и сестры белые, как снег. А я не похож ни на кого. Я уродливый. Твоя мама беспокоится о тебе. Верно. Чем плох твой окрас? Вот, посмотри на меня. Я тоже черно-белый. Хо-хо. А разве тебе никогда не казалось, что ты хуже всех остальных? Нет, наоборот. Я думаю, что у меня самый лучший окрас в мире. И к тому же, у меня есть собственные очки. Здорово! Ну, а мне бы хотелось быть белым, как братья и сестры. А знаешь, нет ничего невозможного. Сладких снов. Бедный, он не должен грустить из-за того, что у него такой окрас. Как же мы можем ему помочь? Ему нужно завести черно-белых друзей. Нужно убедить его не менять окрас. Он должен познакомиться с такими же, как он. Давай устроим вечеринку для черно-белых животных. Хорошая идея. Увидев столько черно-белых друзей, он поймет, как здорово быть таким. Мы должны пригласить всех черно-белых животных. Хо-хо, ты куда? Развешивать афиши! Вечеринка для черно-белых животных у Хо-хо. Что? Хо-хо устраивает вечеринку для черно-белых животных? Хо-хо устраивает вечеринку для черно-белых животных! Вечеринка! Я обожаю вечеринки! Ты тебя не умеешь! Мы не черно-белые! Ну и что делать? А?
Просто идеально. Постой, кое-чего не хватает. Осталось дождаться прихода гостей. Друзья, почему вы не заходите в дом? У вас тут вечеринка для черно-белых животных. Верно. Это все для одного котенка. Мы хотим, чтобы все черно-белые животные подружились с ним. Мы тоже хотим подружиться с ним. О, тогда заходите. Да. Ну, на афише написано, что приглашены только черно-белые животные. Пингвин, прибывший с Южного полюса, не вынес жары, а зебра из Африки тут постоянно мерзнет. И что же нам делать? Что тут случилось? Та-дам! И вот еще. Так здорово! Вечеринка для черно-белых животных. Что здесь происходит? Вы все черно-белые. Вечеринка для черно-белых животных в твою честь. Мы надеемся, ты найдешь новых друзей. Еще гости. Кто бы это мог быть? Говорят, здесь проходит вечеринка. Я везде ищу своего котенка. О, малыш, наконец-то ты нашелся. Мы беспокоились о тебе, везде тебя искали. Почему ты решил уйти от нас? Ему не нравится то, что он отличается от братьев и сестер окрасом. Глупенький, хоть ты и другого окраса, мама тебя все равно любит. Мама, я ошибался. Но сейчас я не считаю, что отличаюсь от других. Я не считаю себя страшным. Смотри, сколько здесь черно-белых друзей. Хоть мы все разные, мы все равно твои друзья. Так вы все цветные. Люби себя таким, какой ты есть. И тогда все будет хорошо. Кротик, хо-хо, спасибо вам большое. Будь уверен в себе. Мы твои друзья навсегда. Навсегда. Пока! Мы твои друзья навсегда. Да, навсегда. Спасибо. Кротик и панда. Хвост ящерицы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кротик, ты здесь? Привет, Хо-Хо. Что-то случилось, да?
Я починил свой самокат. Как тебе? Он потрясающе выглядит. Садись, кротик. Давай на нем прокатимся. Ну как тебе? Нравится поездка? Да. Только вот как мы остановимся? О, ой, я забыл про тормоза! Заходите еще как-нибудь! Сегодня наш семейный праздник. Мне нужно отлично выглядеть. Осторожно, ящерица! Все в порядке, кротик. Вроде. Мы что, кого-то сбили? Да уж, вы меня напугали, ребята. Все хорошо. К счастью, я очень храбрый. Другая ящерица на моем месте могла бы... Твой хвост! Не шевелись, я сделаю тебе искусственное дыхание. Полегче, полегче. У нас у ящериц так бывает. Наш хвост так отвлекает врагов. Скоро отрастет новый. Видите? Вот только как я пойду на семейный праздник? Очень некрасиво появиться на вечеринке в таком виде. Что же мне делать? Что мне делать? Я отправлюсь домой. Постой. Ящерица, я найду тебе новый хвост. Он будет лучше старого. Новый хвост? Ага. Я отлично знаю лес, я справлюсь. Кротик, поможешь? Да. Цветочный хвост. Смотри, он сделан из цветов бамбукового леса. Он не только красивый, но и обладает прекрасным ароматом. Хорошо пахнет. Этот цветочный хвост прекрасен. Я буду самой красивой ящерицей. До свидания, друзья. Пока. Эта идея была отличной, да? Да, выглядит здорово. На цветы напали пчелы! Ящерица, почему ты бежишь за нами? Простите, когда я напуган, я не контролирую себя! Поверить не могу, я потерял за день два хвоста. Успокойся, у меня есть новая идея. Я тебя не подведу. Да? Вот. Хвост из глины. Можно придать ему любую форму. О, можно менять форму? Мне нравится. Спасибо вам большое. До встречи! До встречи! Не вышло. Да, твой хвост размок. Не волнуйтесь, у меня есть еще идея. Вот. Этот хвост какой-то маленький. Он надувной. Вот, смотри, теперь нормально? Ого! А это безопасно? Конечно, нужно еще немного. Сегодня ты будешь самой красивой ящерицей. Эй, эй, вообще-то он не должен быть таким большим, это неудобно. Я хочу спуститься! Хочу спуститься! Помогите! Вы сделали, что могли. Лучше мне вернуться домой.
Мы виноваты. Ящерица теперь грустит. Угу. Нужно что-то придумать. Объявляю миссию по спасению хвоста. Так. Хорошо. Смотри! Вот твой новый хвост. Это... Попробуй. О, этот хвост отлично выглядит. Вам нравится? Превосходно! О, спасибо! Это самый красивый хвост во всем мире! Самый красивый хвост! Да! Самый красивый хвост! Постойте! Стойте! Стоп! Что ты сказал? Этот хвост самый красивый. Ты что, шутишь? Ерунда! Во всем мире не существует более красивого хвоста, чем у меня. Отдай мне эту подделку. И не надейся. Беги, ящерица, иначе не сорвет твой хвост. Я чемпион по пустынным гонкам, ты меня не догонишь. Этот хвост слишком тяжелый. Я тебя поймаю. Стойте! Вам не сбежать! Игра кончена! Остановитесь! Остановиться? Мы и сами этого хотим! Чей хвост теперь самый красивый? Ящерица, твой хвост! Ничего, хоть я и потерял хвост, главное, что мы целы. Тот хвост, конечно, был очень красивый, но... ящерица, твой хвост вырос! А я даже и не почувствовал, как он вырос. Ты сможешь пойти на праздник. Нет. Один я туда не пойду. Пойдемте со мной, друзья. Отличная идея. Идем. Кротик и панда. Пещерный монстр. Хо-хо, давай отдохнем. Нет, я не устал. Сейчас я точно забью гол. Ай! Ай! Побежали за мячом!
Эй, ты как будто устал. Я помогу тебе ускориться. Что? Кто-то что-то сказал? Мяч! Где же мяч? Может, мяч закатился в пещеру? Смотрите, мяч и правда там. Но там так темно. Не бойтесь, я достану мячик. Подожди, дедушка тебе говорил, что в темных пещерах живут страшные монстры? Что-то не припомню. Говорил. Он сказал, что если играть в пещере, то монстр нас похитит. Вот именно. Ты слышишь там эти страшные звуки? Монстр? Отличная мысль. Что ж, вы сами напросились, чтобы я с вами поиграл. Тогда, чтобы было не страшно, пойдем в пещеру вместе. Та-дам! Смотрите, никакого монстра здесь нет. Играть в монстра так весело. Я буду не я, если остановлюсь на этом. Сегодня такой страшный день. Очень страшно. Хорошо, что пещерный монстр не побежал за нами. Что это? Он... Лучше не оборачивайся. Это монстр! Монстр пришел за нами! Я пещерный монстр! Вы нарушили мой покой! Теперь несите мне все свои вкусности, чтобы я подобрел и простил вас! Да, он огромный и ужасный. Он сказал нести ему все наши вкусности. Так и было. А что будет, если мы не принесем ему вкусности? Не знаю, но говорят, кузена Розенфинча монстр за это похитил. Ай-яй-яй-яй, бедный я! На меня напал зубастый монстр с острыми когтями! Я еле-еле выжил! Если бы я не отдал ему все вкусности, он бы меня съел! Спасайтесь, несите ему все вкусности! Мистер Монстр, мы принесли вам вкусности, как вы и просили. Приятного вам аппетита. Ты что-нибудь видел? Не торопитесь, мы уже уходим. Стойте! Монстры не едят бамбук! Несите еще вкусностей побыстрее и побольше! Да, мистер Монстр, мы скоро вернемся! Вы шутите? Несите еще! Этого мало! Я хочу еще, 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 еще несите. Еще, еще, еще. Ой.
Это все, что осталось. Что мы будем делать завтра? Я голодный и не знаю, что делать даже сегодня. Жаль, у нас нет воина, который сильнее монстра. Жаль, что у нас нет воина. Постойте, друзья, мы ведь тоже с вами можем стать воинами. Правильно. Когда мы вместе, нас не победить. Вперед и вместе. Друзья, теперь мы с вами воины. Отвоюем наши вкусности вместе. Не бойтесь! Вперед! Вперед! Как же я объелся! Нам его не победить! Спасите! Такой страшный! Сюда кто-то заходил? Это не я первый развернулся и побежал назад. К чему этот разговор? У нас больше нет еды. Вечером монстр выйдет снова. Выйдет? Ну, конечно. Друзья, у меня есть идея. Вперед! Бой! Что вы делаете? Победа! Теперь монстру не выбраться и нас не напугать. У нас все будет хорошо. Как здорово! Нет! Помогите! Спасите! На помощь! Это мистер Лис! Помогите! Выпустите меня! Выпустите! Наверное, монстр похитил мистера Лиса. Мистер Лис! Мистер Лис! Мистер Лис! Мы идем на помощь! Отдай нам нашего друга! Мистер Лис! Мы идем тебя спасать! Я тебя не боюсь, не боюсь. Отпусти мистера Лиса. Хо-хо, хо-хо. Оказывается, мистер Лис и есть монстр. Наши вкусности вернулись. А где мистер Монстр? Я принес ему вкусности. Нет никакого пещерного монстра. Мы пугали сами себя. Спасите! Это монстр! Простите, я слишком объелся. Кротик и панда. Временная няня. Осторожно! От дождя нужно прятаться, и молния может ударить. Укроемся от дождя в моем доме. Надо же, ты совсем промок. Что ты делал в лесу в такой дождливый день?
хороший дождь. И в лесу эти звуки похожи на музыку. Ой, правда? Конечно. Кротик! Ты должен мне помочь. Все двери в моем доме протекают. Пожалуйста, помоги! Хорошо. Привет. Привет. Послушай, у меня срочное дело. Нужно помочь зайчику починить двери. Пожалуйста, позаботься о Менгменге. Хорошо. О, но кто это? Простите. Ничего. Понимаешь, ему нравится так стучать. Ты уж не запрещай. Запрещать? Зачем? Такой славный малыш. О, спасибо тебе. Пока. Пока. Пойдем. Я угощу тебя вкусными булочками. Хорошо, спасибо. Подожди! Та-та-та! Красиво? Очень! Устал? Поешь булочек! Спасибо! Спасибо, хватит, как бы чего ни случилось. Ничего не случится. Менг-менг. Постой. Ой. Менг-менг. Менг-менг! Что? Может, поиграешь снаружи? Хорошо. Наконец тишина. Менг-менг! Менг-менг! Кошмар! Пропал! Менг-менг! Менг-менг! Где Менг-менг? Менг-менг! 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 Менг-менг, осторожно! Осторожно, осторожно! Та-т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 а-
Как ты, Менг-Менг? В какие игры они играли? Спасайся! Поможешь мне вырвать зуб? Какой зуб? Этот. Спасибо тебе, Лис, прекрасно. Спасибо, друзья, спасибо. Зуб крокодила, чудесно. Мой, мой. Вернулись. Менг-Менг, потрясающий артист и несравненный дантист. Мы чудесно провели время. Да, Менг-Менг. Простите, если что не так. Я больше не буду стучать по вашим вещам. Все равно, ты славный малыш. Слушай, оказывается, ты отличная няня. В следующий раз можно принести это? Конечно. Я приготовлю много ящиков разной формы. Стучи сколько угодно. Только предупреди заранее. Отлично. Кротик и панда. Арбузные семечки. Ты что, не выплевываешь семечки? Семечки? Я их глотаю. А ты не боишься, что в твоем животе вырастет арбуз? Арбуз в животе? Это невозможно! Да, ты прав. Такого не бывает. Чтоб арбуз рос в животе? Такого не бывает. Как это может быть? О, какой я сытый! Мой живот растет! Мой живот! Я не могу пошевелиться! Не могу пошевелиться! Я не могу пошевелиться! Смотрите! Смотрите! Фу, так это был сон. Но с моим животом что-то не так. Мой живот.
Не может быть! Он стал больше на 5 сантиметров? Я что, превращаюсь в арбуз? Ха-ха, ты дома? Ого, как ты себя чувствуешь? Ты очень плохо выглядишь. Просто... Хо-хо, что случилось? Что с тобой? Я превращаюсь в арбуз. Что-что? Ты был прав. Я съел арбузные семечки и теперь сам стану арбузом. О, ты что? Чем тебе помочь? Я уже не буду столь красивым, как сейчас. Это так грустно. Кротик, когда я стану арбузом, я останусь твоим лучшим другом. Конечно, ты мой лучший друг навсегда. И не важно, кто ты. Значит, мы будем ходить на пикники, играть и читать друг другу рассказы. Пожалуйста, позаботься о моем бамбуковом лесе и цветах, что мы посадили. Ого, как ты себя сейчас чувствуешь? Мне везде как-то плохо. Кротик, арбузам нужно солнце. Придумай, как сделать больше солнца, вдруг поможет. Да-да, ты прав. Вот здесь много солнца. Ого! До того, как стать арбузом, я хочу съесть бамбуковое мороженое. Понял, я сейчас... Кротик, пожалуйста, быстрее! Да! Арбуз Хо-Хо, какой ты симпатичный! Ты самый замечательный арбуз, который я видел в жизни. Болит живот! О, нет! Я превращаюсь в арбуз! Мне нужно в туалет. А вот и я. Хо-хо. Какой же ты симпатичный! Ты самый красивый арбуз, который я когда-либо видел в жизни. Не бойся, кем бы ты ни был, ты мой лучший друг навсегда. Хо-хо, если ты будешь ждать, то мороженое растает. А бутерброд хочешь? Ну, хо-хо, откуси. Мороженое... С чего бы кроту вкусное. Разговаривать с арбузом? А? Хо-хо! Хоть ты и арбуз, но с горки кататься опасно. Скатимся в другой раз. Видимо, это необычный арбуз. Какой прекрасный закат, правда, Хо-Хо? Какое красивое звездное небо. Смотри, Хо-Хо, светлячки. Наверное, он очень вкусный.
Дверь открывалась наружу. Кротик! 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 А теперь время почитать. Какую книжку будем читать? Как головастики маму искали? Принц Арбуз и принцесса Лягушка? Этот арбуз и впрямь необычный. Хо-хо, вот это тебе понравится. Лис, как ты вошел сюда? Арбуз выглядит аппетитно. Я хочу его отведать. Нет, положи арбуз. Не будь таким жадным, это же просто арбуз. Это не просто арбуз, это хо-хо. Твоя шутка весьма изящна. Отдай мне арбуз. Руки прочь, руки прочь. Хо-хо. Мне очень жаль, я не специально, но это же просто арбуз. Хо-хо. 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 Неужели я... Попробуем его склеить? Хо-хо. Прости меня, хо-хо. Прощай, мой лучший друг. А чем это вы заняты? Хо-хо! Это правда ты, хо-хо? Как здорово! Вот вы странные! Пока, мистер Лис. Кротик, я не превращусь в арбуз. Почему? Ой-ой. Кротик и панда. Болезнь кротика. Хо-хо, хо-хо. Кротик. Чем занимаешься? Учусь водить плот. Кротик, хочешь попробовать? Да, конечно. Лучше ты. О, какая рыба! Помогите! Кротик, как насчет плота? Давай еще раз. Кротик! О, странно, нет дома. Хо-хо, ты искал меня. Кротик, что это с тобой? Я спал. Ты спрашивал про плот. Я с тобой, ты не против? Ты не болен? Полежи, я за врачом. Дедушка обезьяна, побыстрее смотрите кротика, он болен. Минуту, меня укачало. Ha ha ha!
У тебя высокая температура. Ты простудился. Потому что вчера он упал в реку. Прости, кротик, это я виноват. Хо-хо, ты ни при чем. Ему нужны травы. Они снимут жар и очистят кровь. Простите. Это жимолость, лекарство, которое его вылечит. Спасибо, дедушка обезьяна. Я найду это лекарство. Хо-хо. Зайчик, зайчик. Ты видел такое лекарство? Жимолость. Видел? Я забыл позавтракать. Что лучше, морковь или репа? Видел этот цветок. Знаешь, лучше спросите Антиан. Она любит цветы. Чем же мне позавтракать? Тян-тян, ты не видела жимолость? Это такое лекарственное растение. Это вроде... Прости. Почему ты его ищешь? Кто-то болен? Кротик заболел, простудился. Я слышала, что больным помогают цветы. Сейчас нарву для кротика. Черепашка любит чай с цветами. Спроси у него про жимолость. Спасибо. Черепашка! Ой, забыл постучаться. Тук-тук. Проходи. Тебе знаком этот цветок? Жимолость, она у меня есть. Да! Может, дашь мне немного, а то кротик заболел. Хорошо. Это? Нет. Это? Нет. Не то. Не то. Я поищу. Вот. Вот она. Ты молодец. Ой. Недавно я пил чай с дедушкой обезьяной и все использовал. Прости. Тогда ты должен знать, где найти этот цветок. Тетушка Чечевица знает. Тетушка Чечевица! Лучше Чечевица. Ладно, Чечевица. Видела этот цветок? Видела. Где? Секрет. Кротик болен, ему нужно лекарство. А, вот как. Я видела его у дома лиса, но... Но что? Кажется, его дом горит. Лис, сейчас! Горячо, слишком горячо. Лис, сейчас! Лис! Ай-яй-яй! Кажется, обошлось. Обошлось? Я хотел пожарить себе немного сладкого картофеля. Прости, пожалуйста, окажи мне услугу. Еще просишь об услуге. Я виноват и заглажу свою вину. Ты сказал, загладишь вину? Ради кротика, за дело! Быстрее! Давай-давай! Сюда, сюда! Продолжай еще! Давай! Ах!
Быстрее! Не ленись! Давай, давай, не ленись. Давай, сюда, быстрее. Пусть разгорается еще. Лис, помоги мне. Кротик болен. Ему нужна жимолость, как лекарство. Она же у тебя есть? О, жимолость? Ага, ага. Это, случайно, не она? Будем надеяться, что это поможет. Кротик, я не нашел цветок, чтобы тебя вылечить. Ха-ха, я пришла к кротику. Где ты это нашла? В твоем саду, я сразу увидела. Я так спешил, что забыл разглядеть рисунок. Оказывается, жимолость растет у моего дома. Спасибо, Хо-Хо. Не за что. Спасибо всем за помощь. Кротик, ты должен сам выращивать этот цветок. Это точно. Какая гадость! Сладкий картофель куда лучше! Кротик и панда. Воздушный змей. Что? Странная птица! Ты выхватила мое мороженое и села на мой стул! А ну, слезай! Считаю до трех! Слезай! Один! Два! Не преследуй меня! Нет! Не преследуй меня! Эй, кротик, помоги мне прогнать эту птицу! Я тебя поймаю! А ну вернись! Не улетай! Как думаешь, кто это? Не знаю. Наверное, он голоден, ведь он такой худой. Да. Он очень худой. И смотри, у него сломано крыло. Тогда мы должны ему помочь. Сейчас попробую. А ты что, знаешь, что с ним случилось? У него просто травма. Помогут упражнения. Да, осторожнее, ты можешь ему навредить. Нужно найти настоящего постой. Доктора. Я доктор, я помогу, я его вылечу.
Но у тебя ведь даже нет аптечки. Дедушка-обезьяна, эта птица ранена. У вас есть лекарство? Дедушка сейчас спит. Вот, возьмите его аптечку. Берите все, что нужно. Скажи нам, друг, что с тобой? Ты не видишь? Крыло сломано. Я у него спрашивал. Послушаю. Сердце не бьется! Что делать? Реанимировать! Что нам делать? Что ты делаешь? Искусственное дыхание. Нужно наложить бинты. А может применить традиционную китайскую медицину? Отличная мысль. Поставим банки. Нет, у него слабое тело. Лучше подойдет акупунктура. А ты уверен? Может, лучше сначала осмотреть его? Лицо красное, кожа светлая. Послушай. Дыхание стабильное, отчетливое. Спроси. У тебя здесь болит? Раз ты не ответил, значит, не болит. Пульс. Пульс ровный, мягкий, ритм четкий. Все в норме. Так, а теперь акупунктура. И... Скоро ему станет лучше. И он полетит домой. Да, точно. Ну же, кротик. Это место подходит. Я буду подстраховывать. Будь осторожен. Сломанная кость! Ой, я виноват. Продолжим лечение. Ага, используй пластыри. Очнись, очнись, очнись. Очнись, 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 очнись. Электрический разряд! Я буду скучать по тебе. Вкусно. Что ты делаешь? Знаешь, его кости пахнут как бамбук. Как бамбук, значит. Пойдем к дедушке обезьяне. Дедушка обезьяна! Дети, это не птица. Это бумажный змей. Он сделан из бамбука и особой китайской бумаги. Oh.
Прилетай к нам еще! Прилетай к нам еще! Кротик и панда. Вкус облаков. Тян-тян, тебе уже лучше? Мы принесли тебе много вкусностей. Мне лучше. Спасибо вам. Вот только... Я еще не доела то, что вы мне принесли в прошлый раз. Может, фрукты, что мы приносим, тебе не нравятся? Нет-нет, это не так. Тян-тян. Просто скажи нам, что ты хочешь есть. Что бы это ни было, мы это раздобудем. Спасибо, Хо-Хо. Но как быть, если я хочу попробовать облака? О, облака? Что ж, я на поиск облаков. Подожди, я с тобой! Хо-Хо, я пошутила, Хо-Хо! Я тоже хочу попробовать облака. Ой, глупый, ты же не болеешь. Быстро с нами. Они правда пошли за облаками? Облака от нас улетают. Они слишком высоко. Нам не дотянуться. И они улетают. Если бы и на земле были облака. А если мы найдем что-то похожее на облако? И вкусы тоже будут похожи. Может быть, как у зеленых и красных яблок. Как у редиса и морковки. Как у банана и банана. Найдем для Тян-Тян все, что похоже на облака. Здорово! О! Пар сдобных булочек похож на облака. Облака превращаются в снег. Смотрите! Пухотылы похож на кружащие облака. Корнеплод похожий на облака. Наконец-то я тебя выкопал. Этот больше всего похож на облако. Та-да! Зимние облака прохладные и удобные. Пара от сдобных булочек пахнет вкуснее всего. Пол с деревьев очень похож на облака. Возьмем мое. Возьмем мое. Возьмем наше. Мое. Нет, возьмем мое. Больше всего похоже. Подождите. У меня есть идея. Отнесем Тян-Тян все. Смешаем все это вместе.
Смешаем все это вместе. Придумал. Итак, представляем вашему вниманию... Та-дам! Мешалка для облаков! Пахнет вкусно! Скорее, несите сюда и кидайте в мешалку все, что вы нашли! Давай, хо-хо! Почти готово! Что там происходит? Что это? Мои глаза слиплись! Я ничего не вижу! Я ничего не вижу! На вкус отвратительно! Что вы там делаете? Скорее! Тиан-Тиан не должна знать о нашем провале. Да ничего. А чем это пахнет? Это мой новый парфюм с запахом болота. А разве может быть такой парфюм? Обычно парфюм пахнет розами. Сейчас я вам принесу. Только не спеши, можешь не торопиться. Ладно. О, розы? Мне больше по нраву трава зеленого щетинника. Что будем делать? Тиан-Тиан скоро вернется. Может, с нашим рецептом что-то не так? Все просто. Надо взять все самое вкусное и перемешать. Так мы получим самую вкусную штуку. Правильно! Нам нужны самые сладкие бананы! И самый вкусный редис. Облака на вкус будут как торт-медовик. На вкус облака должны быть как редис. Как банан. Как редис. Банан. Редис. Банан. Редис. Банан. Редис. Банан. Скорей, я несу все свои любимые вкусности. Кажется, опять не получилось. Смотрите! О, такое белое и красивое! А на вкус такое же гадкое! Сейчас узнаем! Это облако! Тиан-Тиан!
Как сладко! Облака очень понравились, Тян-Тян. Спасибо вам! Ура! Ура! У нас получилось! Мы приготовили облака! Хо-хо, как вы сделали эти сладкие облака? Ну... Это сахар! Хо-хо, смотри, мы сделали облака из сахара. На самом деле, это доброта творит чудеса. Наша доброта и твоя, Тян-Тян. Она будет вечной, как облака. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Вместе с тобою чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. Вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат. Добрые звезды с небес на нас глядят. Я загадаю, хоть и не знаю, сбудется ли мечта.